Гороскоп на 3 июля 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В среду вас ждет очень насыщенный и важный день. Будет много дел, и вы справитесь с ними просто отлично. Жизненных сил достаточно, чтобы сдвинуть горы. Но займетесь вы этим только в случае крайней необходимости, а если ее не возникнет, то найдете более полезные занятия. Возможны денежные поступления, ваши доходы могут заметно вырасти. Можно делать покупки, в том числе крупные. Вы сделаете отличный выбор, жалеть о приобретении не придется. Вечер подходит для отдыха и общения с самыми близкими людьми. Личный гороскоп. Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Овну сегодня нежелательно делать все сразу, а лучше начать с самого важного. Гороскоп не советует обращаться к начальству с просьбами и предложениями. Займитесь финансовыми проблемами, которые могут благополучно решиться в середине дня. Овну необходимо найти время для посещения врача, особенно если есть симптомы заболевания. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, финансовое положение Овна значительно улучшится, что будет честно заслужено напряженным трудом предыдущего времени, а также и стабилизацией материальной базы компаньонов. В среду – благоприятный день для обсуждения деловых вопросов. Вы легко находите общий язык и с коллегами, и с руководством, и с потенциальными партнерами и работодателями. Не приходится отстаивать свою точку зрения, тратить время на долгие объяснения. Будет возможность договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, быстро подписать соответствующие документы. С близкими тоже легко поладить. Достаточно рассказать, что у вас на душе. Романтические отношения становятся более доверительными и глубокими, это очень радует. Личный гороскоп. Судьба вновь улыбается вам. Активные действия помогут добиться успеха в финансовых делах, однако из-за неосмотрительности вы рискуете потерять значительную сумму, желательно не вмешиваться в обычный ход событий, тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Тельцу можно заняться научной или творческой работой. Отличный день для учебы, получения информации и планирования важных дел. Если вы решили отправиться в путешествие, то соберите все необходимые документы и вещи. В любовной сфере у Тельца ожидаются перемены в лучшую сторону. Гороскоп «Дом» на сегодня. Миром сегодня правят темные силы, а значит, любой может стать жертвой обмана, грабежа, провокации. Предвидя сложную ситуацию, вам придется заранее предусмотреть возможные варианты выхода из нее. Избегайте злых людей, делайте только то, что считаете необходимым. Ваша интуиция станет вам помощником и советчиком в делах. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Тельцам сегодня предстоит выступить в роли наставника. Человек, которому вы поможете справиться со своими проблемами, уже сегодня решит вас отблагодарить с помощью достаточно дорогого презента. В среду многое противоречиво и неоднозначно, но ситуация в целом достаточно благоприятна. Доверяйте своей интуиции, ее подсказки помогут добиться именно того, что вам нужно. Не упускайте шанс научиться чему-то новому, даже если кажется, что знания едва ли пригодятся. Можно отправляться в поездки, они сложатся хорошо. Легко общаться с теми, кто вам нравится, не возникает разногласий и конфликтов с близкими. Не исключены романтические увлечения. Новые отношения будут развиваться стремительно и подарят много ярких эмоций. Личный гороскоп. Вероятно, деловая активность принесет долгожданные результаты. Хороший день для представителей творческих профессий. В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент
чтобы расставить необходимые акценты. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп не советует близнецам ждать немедленных перемен в личной сфере. Прислушайтесь даже к самому тихому шепоту своего внутреннего голоса. Если семейный бюджет близнецов претерпевает трудности, то срочно ищите дополнительный заработок. В отношениях с избранником не наговорите лишнего, чтобы не возникла серьезная ссора. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды позволят близнецам решить финансовые вопросы и сулят прибыль. Любовные отношения могут складываться довольно легко и будут строиться на основе общих интересов. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите материально. Избегайте конфронтации. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Творческий потенциал близнецов в этот день не покинет пределов дома. Вы найдете вокруг себя массу мелочей, которым можно применить необычный подход. И до самого позднего вечера будете возводить в домашних стенах нечто очень креативное. В среду утром стоит быть осторожнее, особенно с собственными эмоциями. Именно они могут помешать вам добиться успеха. Однако шансы изменить ситуацию у вас все же есть. Не бойтесь экспериментировать, дайте волю фантазии, и у вас все получится. Есть шанс найти союзников и помощников, но обсуждать с ними общие планы лучше после обеда. Много новых идей появится во второй половине дня. Вы не побоитесь взяться за сложное, но интересное дело, и не пожалеете об этом. Скоро станет ясно, как с ним справиться. Личный гороскоп. Сегодня желательно не вмешиваться в обычный ход событий, тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. К концу дня вы почувствуете покой. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Сегодня начальство поддержит все новые идеи Рака. В повседневной работе намечаются перспективы, но нужно проявить инициативу, иначе шанс подняться по карьерной лестнице вы упустите. Вечером у Рака может резко ухудшиться не только физическое, но и психическое состояние. Примите теплую ванну и не засиживайтесь допоздна за компьютером. Гороскоп «Дом» на сегодня. Ваше положение на работе зависит от взаимоотношений с шефом. Будьте предельно корректны с ним, четко и в срок выполняйте порученные задания. Как ваши заслуги, так и промахи сейчас на виду. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Известие, полученное раками в этот день, будет и приятным, и одновременно очень волнительным. Постарайтесь держаться свои эмоции внутри и не торопитесь сообщать всем вокруг о том, что вам стало известно из этого послания. В среду спокойный и благоприятный день. Он отлично подходит для того, чтобы строить планы на будущее, искать людей, которые помогут реализовать задуманное. Вы ни у кого не идете на поводу, принимаете важные решения самостоятельно, даже в сложных ситуациях не допускаете ошибок. Вас ждет много хороших новостей и полезной информации. Будьте внимательны. То, что на первый взгляд кажется незначительным, может сыграть важную роль. День подходит для поездок, особенно деловых. Будет возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, вы останетесь довольны. Личный гороскоп. День проходит под знаками медитации, прозрения, интуиции. Неблагоприятный день для мужчин-львов. Вероятно, их планам и надеждам не суждено осуществиться. Женщины-львы должны проявлять осмотрительность при работе с документами. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения. В личной жизни не исключены любовные разочарования. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Льву нужно в этот день вести себя корректно с близкими людьми и коллегами. Иначе вы сами будете сожалеть о том, что случилось. В течение дня цели Льва кардинально изменятся, поэтому нужно искать другого подхода для их достижения. Гороскоп обещает судьбоносную встречу, которая произойдет неожиданно. Гороскоп «Дом» на сегодня. События этого дня могут быть так или иначе связаны с финансами. Кто-то получит известие о наследстве, кто-то может искать выгодные варианты вложения денег.
не стоит рисковать в финансовых вопросах. Не рекомендуется взаимодействие с банками и страховыми компаниями. Любовный гороскоп на сегодня для Львов. Главным событием для Львов сегодня станет очень приятная находка. В очередной раз перебирая свой гардероб, вы найдете заначку, тщательно спрятанную в одном из карманов. Закономерно, что этот незапланированный доход вы захотите тотчас потратить. В среду появляется много хороших идей, вскоре их удастся воплотить в жизнь. Вы действуете быстро и решительно, именно это позволяет добиться нужных результатов. Друзья охотно помогают во всем. Будет шанс найти новых союзников, однако не торопитесь доверять им важные дела и серьезные вопросы. Не исключены неожиданные предложения о сотрудничестве, которым вы будете очень рады. Некоторые девы найдут способ превратить свое давнее хобби в источник дохода. Вечер стоит провести с близкими людьми. Благодаря общению с ними ваше настроение заметно улучшится. Личный гороскоп. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, активизируется деятельность по всем жизненным направлениям. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Вы сумеете переубедить партнеров и заручиться их поддержкой в самых смелых начинаниях. Ваши обдуманные действия будут иметь успех. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Деве потребуется решительность и собранность в профессиональных делах. Меньше думайте о материальной стороне своей жизни, тогда деньги сами приплывут к вам в руки. Хороший день для тех дев, которые давно хотели признаться в чувствах близкому человеку. Возможная приятная поездка за город или на турбазу всей семьей. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, что все поступки и мысли девы будут зависеть от той эмоциональной подпитки, которую дают ей другие люди. В лучшем случае они станут выразителями общечеловеческих ожиданий, в худшем – будут внушать всем вокруг опасные, вздорные мысли. Не поддавайтесь гипнотическому влиянию эмоциональных людей. Вы привыкли все обдумывать и принимать взвешенные решения, поступайте так и впредь. Любовный гороскоп на сегодня для дев. Девы сегодня особенно тщательно и критично подойдут к выбору своего гардероба. Вы захотите произвести впечатление и на своих старых друзей, и на тех важных особ, которых вы пригласили к себе на вечеринку. Весы. В среду действуйте. Сейчас важно не откладывать дела, стараться вовремя сделать запланированное. Особенно важно это на работе. Тут любые задержки могут привести к серьезным проблемам. Можно обсуждать профессиональные вопросы, договариваться о сотрудничестве с потенциальными партнерами. Но не следует принимать окончательные решения. Вам нужно еще немного времени, чтобы изучить ситуацию. Благоприятный день для общения с людьми, чей опыт может оказаться вам полезен. Не стесняйтесь задавать вопросы, рассказывать о своих затруднениях. Вам наверняка помогут. Личный гороскоп. Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если вы не будете вмешиваться в обычный ход событий. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп советует Весам выкроить больше времени для близких людей. Они давно ждут от вас внимания и заботы. Возможны казусные ситуации на работе, но вы сможете обойти их стороной, если проявите мудрость и чуткость. У Весов, которые недавно влюбились, возможно разочарование в партнере. Покопайтесь в себе, чтобы не обвинять человека в том, что он не совершал. Гороскоп «Дом» на сегодня. Влияние планет включает зеленый свет всем серьезным проектам и обусловливает удачный исход всех деловых встреч. Не исключено начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте. Отличная пора для научных и профессиональных исследований. От вас требуется серьезный настрой и последовательность в работе. Любовный гороскоп на сегодня для Весов. Весам этот день принесет множество неприятностей. После всех неудач и массы незапланированных преград, с которыми вы столкнетесь сегодня, вам удастся понять только одно – судьба далеко не всегда готова вас баловать своими подарками.
В среду день определенно не будет скучным, и вам это понравится. То и дело появляются задачи, требующие решения. Вы изобретательны, находчивы, много знаете, готовы к экспериментам, так что вероятность успеха велика. Будет возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, решить давно возникшие проблемы. Очень неровно складываются отношения с окружающими. Вы то ссоритесь со всеми вокруг, то сожалеете о том, что наговорили лишнего, и стараетесь каждого окружить заботой и вниманием. Неудивительно, что самые впечатлительные люди стараются держаться от вас подальше, боятся. Личный гороскоп. Возможно, деловая поездка или командировка, которую нужно тщательно спланировать. Иначе вам не удастся избежать проблем и недоразумений. Намечается снижение жизненных сил, финансовые потери. Домашние дела и проблемы с детьми потребуют от вас больших материальных затрат и душевных сил. Во второй половине дня рекомендуется уединение и покой. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. В этот день у Скорпиона не будет времени на раскачку. Следует приступить к своим прямым обязанностям быстро и незамедлительно. Начальство довольно вашей работой, но будет больше уделяться внимания новым сотрудникам. В личном бизнесе у Скорпиона все складывается успешно, благодаря надежным партнерам и выгодным контрактам. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня может значительно расшириться круг друзей и единомышленников. Причем это будут в большинстве своем люди, либо очень образованные, либо пользующиеся авторитетом и наделенные властью. Постарайтесь с их помощью воплотить в реальность свои оригинальные идеи и новшества. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионы сегодня будут очень критично оценивать поведение окружающих. В среду многое получается хорошо, но не все дается легко. Большой ошибкой будет рассчитывать на скорые успехи, особенно в профессиональной сфере. Каким бы результатом вы ни стремились, наберитесь терпения, вы получите их позже, чем ожидали. Споры на работе возникают чаще обычного, а ваши идеи не всегда получают поддержку. Но все перечисленное не помешает вам решить текущие задачи и навести порядок в делах. Возможны денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Вечер – отличное время для романтического свидания, встречи с любимым человеком. Личный гороскоп. Хороший день для стрельцов творческих профессий. Они смогут разобраться с накопившимися делами или укрепить собственные позиции. Несправедливость, допущенная по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения, может вызвать у вас вспышку негодования. Вероятно, обидчик пожалеет, что связался с вами, однако ваша вспыльчивость и непродуманные поступки никогда не решали проблем. Честность и прямота суждений помогут вам исправить положение. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Смотрите в будущее с оптимизмом. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Стрелец сегодня получит столько приятных комплиментов в свой адрес, что даже забудет об основной работе. Но вам помогут спуститься на землю коллеги, которых шеф тоже торопит с выполнением задания. Гороскоп рекомендует Стрельцу вести четкий контроль бюджета. Иначе к концу месяца вы влезете в долги. Гороскоп «Дом» на сегодня. Для большинства Стрельцов это счастливый день, поскольку многим из них удастся, наконец, реализовать давнишние планы и замыслы. У вас высокий дух. Взяв инициативу на себя, вы сможете извлечь из своих способностей максимум возможного. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцам предстоит сосредоточиться на выполнении рутинной домашней работы. Вы, конечно, совсем не так планировали провести выходной, но вторая половинка и прочие члены семьи просто не оставят за вами права на выбор. В среду происходит так много событий, что вам не сразу удается разобраться, что важно, а что нет. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела и далеко не всегда делают это с благородными целями. Не исключено, что придется занять жесткую позицию, чтобы защитить свои интересы. Очень важно правильно расставить приоритеты, иначе вы рискуете потратить время и силы на мелкие, незначительные дела. Вторая половина дня будет посвящена семейным заботам. Дома могут появиться проблемы, справиться с которыми сможете только вы. Личный гороскоп.
день пробуждения и преобразования космической энергии. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки партнеров, критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить удачные планы на будущее. Не исключено, что вечером придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите тех денег, на которые рассчитывали. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Козерогу предстоит упорно доказывать свой профессионализм. Возможно, что вас отправят на конференцию или в командировку за границу. Будьте готовы к новым и не очень приятным переменам в рабочей сфере. Деликатность в общении с родственниками не помешает Козерогу. Иногда лучше промолчать, а не высказывать свое мнение. Гороскоп «Дом» на сегодня. Прибыль может принести творческая деятельность, хобби. Увеличатся шансы выигрыша в лотерее, в азартных играх, в игре на валютном рынке. Если вы мечтаете увеличить свое состояние, то необходимо активизировать поиск новых возможностей заработка и иных способов обогащения. Причем актуальны те варианты, к которым вы раньше вряд ли относились серьезно. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козероги посвятят весь этот день методичной работе над ошибками в своем поведении. Вы попробуете отыскать истинные причины своих неудач и даже не постесняетесь провести небольшой соцопрос по данной теме среди родных и знакомых. В среду начало дня приятно, но не слишком плодотворно. Порадуют встречи с друзьями и хорошими знакомыми, будет возможность обсудить с коллегами какие-то интересные вопросы. Не исключены незапланированные поездки, которые взбодрят вас, заметно улучшат настроение. Но заниматься какими-то делами, особенно однообразными, рутинными, в это время сложно. Вторая половина дня будет совсем другой. Вы почувствуете прилив энергии, настроитесь на решительный лад и возьметесь за то, до чего раньше не доходили руки. В жизни многое может измениться к лучшему, если вы проявите инициативу. Личный гороскоп. Пассивный, спокойный день. Следует подождать с реализацией серьезных проектов. Вы можете получить поддержку от партнеров и коллег. Избегайте всего, что ставило бы перед вами проблемы. Вторую половину дня посвятите общению с детьми. Если есть животные, то прогулки с ними будут способствовать установлению внутреннего равновесия. Единственная возможная неприятность – легкое недомогание. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп предсказывает Водолею некоторые неувязки с оформлением документов. Больше прислушивайтесь к советам тех, кто опытнее и старше вас. В любви Водолею нужно больше отдавать, чем брать, тогда избранник не сочтет вас эгоистом и снобом. Вечер подарит незабываемые впечатления, ведь вы наконец-то сходили на премьеру в театр. Гороскоп «Дом» на сегодня. Финансовые дела фирмы или лично ваши могут приблизиться еще на один шаг к цели. Вы заключите взаимовыгодные договоры. Смело совершайте сделки, они принесут хороший доход, клиенты будут довольны. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеям сегодня много беспокойств доставят четвероногие питомцы. В этот день вы бы хотели хорошо отдохнуть, а не совершать утомительную поездку к ветеринару, ведущему прием на другом конце города. В среду дел и забот будет много, да и проблемы не исключены. Однако рядом есть люди, на которых можно рассчитывать, и вам нужно просто вовремя обратиться за помощью. Окажется полезным чужой опыт, учтите его, и вы не допустите ошибок. Возможно, встречи с давними знакомыми, деловыми партнерами, которые предложат что-то интересное. Не торопитесь соглашаться, можно добиться более выгодных условий. Можно подписывать важные документы, решать финансовые вопросы, делать крупные покупки. Во второй половине дня вероятны подарки и приятные сюрпризы. Личный гороскоп. Благоприятный день для самоутверждения. Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, прием гостей. Вероятно, поддержка от вышестоящих организаций. В этот день нужно дарить людям радость, раздавать долги, очищать дом.
вы можете доставить много приятных минут своим близким людям. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Для того, чтобы добиться успеха в бизнесе, рыбам в этот день нужно найти надежных партнеров и грамотно заполнить бумаги. Если вы хотя бы на секунду отвлечетесь, то много потеряете. Вам предстоит решать бытовые проблемы не только свои, но и родственников. Для оформления кредита и дальней поездки день неудачный. Рыбам следует обойтись своими малыми накоплениями. Гороскоп «Дом» на сегодня. У рыб могут появиться все возможности для налаживания взаимоотношений с окружающими людьми. Они могут обладать достаточной душевностью и искренним интересом к их делам, поэтому без труда завоюют симпатии коллег и начальства. Не стоит планировать мероприятий, требующих участия властей и законодательных органов. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Для рыб сегодняшний день станет периодом активного обмена накопленным опытом. С кем бы вы ни вступили в тесный контакт, это общение обязательно окажется и интересным, и весьма продуктивным. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!